однажды на небе зажглись две яркие звезды. Звезда принца и прекрасной принцессы. Совершив мягкую посадку на землю, принцесса удобно устроилась на своем именном стульчике и сразу начала расти в ожидании принца. Как совершил принц свою мягкую посадку, история умалчивает. Но история знает о том, что принц быстро набирал в росте и в весе, и когда ему пришло сообщение о том, что его ищет принцесса, принц потерял дар речи и влюбился моментально. Принцесса, узнав о том, что принц потерял дар речи от любви к ней, сразу потеряла равновесие. Принц на расстоянии на мгновение задумался о будущем. Принцесса задумалась о будущем тоже. А затем принц решительно и радостно вышел на поиски принцессы. Принцесса, в свою очередь, тоже решительно вышла на поиски принца. Время шло. Принц не терял оптимизма найти принцессу и подрастал в пути, как мог. Принцесса писала во все инстанции с требованием дать адрес принца, но пока все было безрезультатно. Принц никуда не писал, а только прибавлял в росте и в весе, пока окончательно не превратился в секс-символ нашего двора. Принцесса тоже хорошела, невзирая на отсутствие принца. И вот однажды принц увидел сон, где он стоял у забора, а рядом с ним стояла сияющая принцесса. Невероятно, но принцесса тоже увидела сон, что принц стоит у забора, а она стоит практически на принце. И тут свершилось чудо. Сон оказался вещим. Принц и принцесса наконец встретились. И, как оказалось, не у забора, а у фонтана, потому что, как известно, из воды зародилась жизнь. А в жизни, как известно, всегда приходит любовь, которая ведет к сердцу мужчины через желудок. Но самое главное, любовь соединяет любящие сердца, как во Вселенной соединяются звезды в созвездии. А если вспомнить нашу историю, то ведь когда-то на небе зажглись и наши две звезды. Звезда прекрасного принца и прекрасной принцессы.